Всем привет! Вы на канале «Современные родители». В этом видео речь пойдет про сушилку Garenje FDK24DW. Чтобы не пропустить новый обзор, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. После просмотра переходите в комментарии, там вы сможете поделиться мнением. И не забывайте ставить лайки. А ссылки на выгодные цены и актуальное наличие вы найдете в описании. Качественное и удобное сохранение вашего летнего урожая с дачи или огорода обеспечивает сушилка для овощей и фруктов Garenje FDK24DW. Сушилка для овощей и фруктов мощностью 380 Вт отлично справится с сохранением витаминов и пользы в доверенных ей продуктах. Это касается также грибов и ягод, лекарственных и чайных трав. Особенно это оценят поклонники правильного питания. Прибор состоит из конвекционного нагревателя и 5 пластиковых поддонов с прозрачными стенками. Прозрачный корпус и лотки позволяют контролировать процесс сушки и при необходимости предотвратить пересушивание. На передней части корпуса находится панель управления с дисплеем. Пользоваться сушилкой Garenje чрезвычайно просто. Сушилку можно быстро разобрать, очистить, просушить и снова собрать. Сушилка для продуктов Garenje использует вертикальный поток воздуха, который подается снизу вверх с помощью вентилятора. Поэтому запахи продуктов, которые сушатся на лотках, не перемешиваются. Таким образом, одновременно можно сушить несколько различных продуктов. 5 лотков легко устанавливаются друг на друга. Высоту каждого лотка можно настраивать в соответствии с потребностями на 2,8 или 5 см. Так можно одновременно сушить овощи, фрукты, травы, хлеб, макаронные изделия, печенье, грибы, мясо и рыбу. Во время сушки потеря питательных веществ, витаминов и минералов не происходит. Процесс можно полностью настроить по своим пожеланиям. Температура сушки регулируется от 35 до 70 градусов Цельсия с шагом в 5 градусов. Прибор также позволяет запрограммировать время сушки от 30 минут до 19,5 часов. Звуковой сигнал указывает на окончание процесса сушки. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Верхние сушатся лучше. Пластик поддонов хлипковат. Плохая инструкция. Сетевой шнур короткий. Теперь перейдем к положительным. Управление 5 кнопок и все. Сушит отлично. Цена. Получается все вкусно, полезно. Наличие таймера. Есть сетка для ягод. Не громоздкая. Тихо работает, можно оставлять на ночь. Регулировка по высоте чаш. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. Жду вашу поддержку, поэтому ставьте лайки и пишите комментарии. До скорой встречи на канале «Современные родители».